Сегодня мы с вами поиграем в игру. Для начала посмотрите, какие картинки я вам приготовила. Посмотрите, у мальчика один носок, а у ребят много носков. В коридоре стоит один ботинок, а рядом с ним много ботинок. Бабушка вяжет один чулок своему внуку, у которого и так уже много чулок. Давайте поиграем так. Я вам буду говорить, закрывайте глазки. Вы будете закрывать глазки. Я буду прятать какую-то из картинок. Буду говорить, открывайте глазки. Вы будете открывать и отгадывать, что же я спрятала. Сначала поиграем с несколькими предметами. Носки, ботинки и чулки. Итак, закрывайте глазки, открывайте глазки. Я убрала картинку, где много ботинок. Совершенно верно. Пробуем еще раз. Закрывайте глазки, открывайте глазки. Я убрала картинку, где много чулок. Молодцы! И еще раз. Закрывайте глазки. Открывайте глазки. Я убрала картинку, где много носок. Носков. Много носков. Молодчинки!